Приветствуем самых топовых подписчиков и зрителей самого топового канала на Ютубе вокруг Крыма. Ребята, сегодня в пасмурный денечек. На улице, смотрите, пасмурно. Мы начинаем наш путь как с Кипарисовой аллеи. Начало Кипарисовой аллеи. I love Судак. Сейчас мы как бы уже много роликов, да, наснимали, и у нас очень мало моря в кадрах. И судака. Вообще нет. Вообще уже давно не было. Судака, да. Сейчас посмотрим, что у нас происходит на набережной, на Кипарисовой аллее. Здесь вот видим, еще ничего не готовится пока. Конечно, то, что здесь происходит летом, да, не сравнить, да. Но зато мы идем, ни с кем не толкаемся, идем как хотим, по всей дороге. Целая Кипарисовая аллея в нашем распоряжении. Эльмаз здесь, может, кто-то из вас здесь отдыхал. Здесь живая музыка играет чуть ли не каждый день. Обувь люкс. Денис вообще, да, заколочен досками просто. Как попало, конечно. Междугороднее такси по Крыму. Только ответственные водители и своевременная подача авто в любую точку Крыма. Самые доступные цены и хорошие автомобили. Запланировали отдых в Крыму? Не забудьте сразу заказать трансфер. Мы на связи 24/7. Вайбер, WhatsApp, Telegram. С нами надежно и комфортно. Температура воздуха плюс 7 градусов сегодня. Пасмурно, как видите. Ну и не холодно, что хочу сказать. Свежий воздух. Как раз то, что нужно для крымчан. Мы прям нуждаемся в свежем воздухе. Так, царство ароматов работает, кстати, на Кипарисовой аллее. Так что, если кто-то приезжает вне сезон, магазин косметики, крымской косметики натуральной, царство ароматов, вас должен приятно удивить. Видео, скорее всего, будет такое, знаете, как в формате прямого эфира, что ли. Да. Потому что, скорее всего, сегодня мы снимаем, и сегодня оно будет на канале. А сегодня у нас 14 марта. 14 марта 2021 год. 10 часов дня. Утро. Да, 10:03 уже. Специально для вас снимаем эти уникальные кадры пустой Кипарисовой аллеи. Кстати, здесь уже не были мы очень давно. Что-то все никак. По Крыму мы ездим, по интересным местам ездим, а банально на Кипарисовую аллею, на набережную спуститься не можем. До первых туристов, которые на 1 мая приезжают, осталось чуть меньше 2 месяца. То есть месяц и 15 дней почти, полтора месяца. Здесь Кипарисовая аллея снова оживет. Ну, в мае она не совсем еще оживает. Не полностью еще оживает, но уже все равно местами будет уже веселее. А оживет она в июне. Да, но все равно же в мае будет намного. Котиков намного много везде веселее. Просто. Вот этот, смотри, угол, да, Крымский дворик наш любимый. Было бы неплохо, если бы вот тоже вот так вот разукрасили картинками, как в Новом Свете. Граффити каким-нибудь, да, бы даже. Даже вот какими-то красками бы, если бы раскрасили, и людям было бы уже веселее гулять. Пляж, море бы нарисовали. Да. Все, тоже вот аккуратно закрыли и все. И как бы не страшно. Спускаемся уже к набережной. И видим, что здесь какое-то... Что машины подъезжали сюда. Какое-то действие происходит. Неужели будут масленицу праздновать? Дымок откуда идет? О, а там вообще такие палатки прикольные. Это масленица, да? Это масленица? Ну это да. Но которых сжигать надо. Ну, прям. Нет. Я столько делала, а вы варвары. Нет, да мы же шутим. Игрушки красивые, смотрите. Это все ручная работа? Handmade? Да, handmade, все. Смотрите, какая красота все. Здесь вообще, смотрите, самовары. Я таких самоваров только, наверное, в сказке видел. Морозка там или где-то, где они там пьют чаи. Класс. Так, смотрите, здесь блинчики. Самые лучшие? Самые лучшие, казачки пекли. Хорошо, на обратном пути зайдем. И у вас тоже самые лучшие? Да. А у кого лучше? Я шучу. Смотрите, какие здесь вкусняхи все. Так, надо же у всех все попробовать. Кто у вас? Ура!
Курочка? Да, мясо. А, с курочкой, я понял, хорошо. Будем знать. Здравствуйте. И у вас самые лучшие блины? Да. Я понял. А у кого лучше? Вот уже третья. Я понял. Смотрите, из блинов сделали такое. Кто это? Света нет. Женщина или как ее называют? Смотрите, самовар какой огромный, с бараночками красивый. Ну что, народные гуляния все-таки проходят у нас, начинаются. Так, здесь блинов нет у вас или есть? Как нету. Есть. Тоже самые лучшие? Конец. Я понял. Спасибо. Вот самовар прямо на дровах горит, посмотрите. Не хватает сапога, знаете, как вот сапогом раздували кирзовым. Прямо на пляже обнаружили чучело масленицы, которое, скорее всего, будут совсем скоро сжигать. Будет гореть синим пламенем. И зимушка уже уйдет. И завтра будет солнечно и тепло. Покажу вам, конечно же, море сегодняшнее. Смотрите, тоже контраст такой, да? Там вдалеке светло, сверху тучки такие темные, аж прям, или дождевые, или снежные, непонятно. Короче, зима еще борется, да? Сегодня последний день. Ей побороться. И уже вон, скоро эта красавица сгорит. Там прямо где-то гуляния сейчас идут. Сейчас подойдем, посмотрим, кто там гуляет. Но музыка, по крайней мере, играет. Смотрите, хоть и пасмурно, да, но видимость сегодня шикарная. Просто крепость. Новый свет. Гора Орел. Мыс Капчик. Просто супер вид. Горы все видно четко-причетко. Медведь. Балалайка здесь ходит, матрешка, смотрите. Здесь вот, смотрите, появилась печка. Смотрите, красота какая. Здесь, где раньше был ковбой-клуб, смотрите, уже выросло такое здание. В прошлом году здесь велась стройка. Никто не знал, что здесь будет. Но никто тоже еще не знает. Но я думаю, какой-то, может, отельчик или ресторанчик красивый будет. Кафешка? Ага, ну кафешечка будет. Смотрите, по Кипарисовой аллее мы прошли. Теперь пройдем по старой Кипарисовой аллее, которая менее привлекательная. Никак ей не могут дать ладу. Никак не могут ее отремонтировать. Это Азия кафе. Клуб. Ночной клуб. Или как? Да, ночной клуб Азия. Вы тоже там многие, наверное, тусили. Пенное шоу, коктейльчики, кальянчики. Ну, там, кстати, атмосфера прикольная тоже. Вот мы с вами, ребята, идем по старой Кипарисовой аллее. Конечно, требует она благоустройства, реставрации, там какие-нибудь красивые клумбочки, какие-то насаждения тут посадить. То отелей здесь очень много, но что прилегающая территория у них совсем ужасная. Да, заколочено все, смотри, как попало, да? Кто как захотел, так заколотил. Теперь, ребят, вы видите старую Кипарисовую аллею. Показываем все как есть. Здесь очень страшно ходить ночью, особенно молодым девушкам, которые, да, здесь идут. Здесь ни фонарика, ни лампочки. Несколько лет назад здесь положили свежую плитку вот на этом пятаке. Центр старой Кипарисовой аллеи. Здесь она уже, видите, вся разбилась.
Не доложили, думаешь? Нет. Мне кажется, она здесь лежала. Так, вот здесь вот. Поставили вот такие ларечки. Но я даже никогда не видел, чтобы они работали. Это центр старой кипарисовой аллеи. Здесь раньше давно-давно еще стоял памятник Ленина. Здесь Ленин был. Там была старая военная аптека. Ну и тут корпуса пошли. Здесь раньше это была территория военного санатория. Потом территория военного санатория отказался и отдал это городу. А город уже людям. Это было очень давно, очень-преочень. Я был еще очень маленький. Пока сделали круг по старой кипарисовой аллее и вернулись к месту события всего, к центру гуляния народного, да, у нас в Судаке. И будем ждать сожжения чучела. Как сожгем чучело. И уже, смотрите, вышло солнышко. То есть зима уже все, уже знает, что ее час остался всего лишь тут минут 20-25. И прогоним ее ярким сожжением чучела. Так, здесь шашлыки, машлыки. Шашлыки клевые. Да? Хорошо. А он мягкий. Шашлык обалденный. Шашлык очень. Потому что он мягкий был. Че почем? Сколько стоит шашлычок? 150 свинина, 100 куриц. За 100 грамм, да? Да. Отлично. Так, спасибо. Шашлык 150 рублей за 100 грамм свинины и 100 рублей за 100 грамм это за курицу. Ну, уже людей немножко больше становится. Когда огромный выбор блинов, я, конечно, остановил свой взгляд на палатки с казаками. Что-то они больше внушают доверие. Наверное, у них самые вкусные блины. Русские вкусные блины. Ложку к чаю дали настоящую русскую, именно по-казахски. А половник казацки, да? Да. Чай очень вкусно пахнет. Так, ну что, я сразу, наверное... Не сладкий. Попробую блинчик с мясом и с яйцом. А, с рисом. С мясом и рисом. Очень вкусный. Очень. Мягкий. И очень вкусный, сладкий. Ребята, это настоящий балдеж. На солнышке, на набережной, возле моря. Чай с блинчиками. Это просто топ. Смотрите, людей собралось очень много. Все хотят проводить эту холодную зиму и уже греться теплыми лучиками нашего солнышка. Так, смотрите, вот так вот происходит процедура сжения, просто сжения этой зимушки зимы. Смотрите, чучело было у нас красивое, нарядное, а теперь будет оно сожжено. Класс! Смотрите, на фоне моря. Первый раз вижу такую процедуру здесь, на центральном пляже, на фоне моря. Да, правильно сказали, что всех людей убрали оттуда. Видите, огонь идет прямо в ту сторону. И искры от соломы могут навредить. Попасть в глаза или еще куда-нибудь хуже. Вот, разрешите, я проскочу быстро. Так, все журналисты собрались здесь, городские. И начинают здесь все. Смотрите. Вот и пришла весна, ребят. С весной всех. Все, сгорело чучело. Потом вы все приедете сюда. Кто-то даже может, возможно, на этом месте будет загорать и получать удовольствие от нашего солнышка, от нашего моря шикарного, от нашего любимого Судака. Смотрите, на фоне крепости прям горит. Крепости нового света. Класс. Все, сгорело быстро. С первого раза. Значит, весна уже пришла.
Все, тучи разошлись, видите, сегодня, сейчас уже вышло солнышко, как подходило время ей уже гореть. И все. Остались только одни угольки. Угольки и пепел. Все, ребят. С весной вас всех. Весна пришла. Теперь по-настоящему.